Ну что, продолжим свой поход на волейбольную площадку в Южном Измайлово напротив 7-го континента. Ну вот, судя по тому, как я иду, это займет где-то минуты две. Вот, вот это наша панорама, наш лес. Тропинка. Да, если посчитать, то это получается 21 год, как я хожу по этой тропинке. Сейчас ранняя осень. Вот, пробираюсь через кусты крапивы. А интересно, есть кто-нибудь сегодня на волейболе или нет? Хотя нет, машину Генки-то я видел, значит, по крайней мере, Генка-то есть. А вот это наш лес. Дуб. Дорожка. Вот. Все-таки я не был, наверное, месяц. Да, месяц я не был, потому что уехал в Германию 4 числа. А сейчас уже, собственно говоря, вот подхожу к площадке, вижу, там какой-то народ. Сетка еще не стоит. Вижу, на Лидии Ивановна и какие-то крупные ремонтные работы начинаются. Вот Генка, это Серега. Какие люди. И все работают. Вот это вот Лена. Лена у нас. Лена, добрый день. Здравствуй, Женя. Да, я тебя снимаю, между прочим, на видео, так что будь добра, улыбнись. Скажи, что ты еще очень рада. Да мне сказать, слово, молвить. Потом откуда у меня... Откуда тебя принесло-то? Как из дома, откуда меня? Так, вот это Света. Светочка, здравствуй. Здравствуй, я в Германию приехал. Точно, гад. Это я. Гад. Добрый день. Лидия Ивановна, улыбнись, пожалуйста, улыбнись. Так, по электронной давай, почте? Очень хорошо. По электронной почте ты шлешь фотографию, не просто? Это не фотография, это не фотография. Да. Добрый день. Здравствуйте. Очень приятно. Жень, как там немки, Жень? Ой, какие люди подстриженные. Как там немки, Жень? Ой, немки прекрасные. Хорошо. Гена, я тебя приветствую. Я тебя обязательно перепишу потом все это на привет, диск. Привет. Гена, улыбнись. Иначе, смотри, он улыбнулся. Он заработал. Понятно. Всех в труде. Но я целый месяц не был, поэтому... Ага, Анатолий Петрович. Вот это знаменитый Анатолий Петрович. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Очень приятно. Не тряси-то аппарат. Замечательно, отдохнул, чувствуется. Да немножечко, да. Вот надо снять вот эту собаку. Это... А, вон там еще Серега. Сейчас мы его зафиксируем. Это собака Ленкина дочка. И не правда ли, она очень даже похожа. Ну-ка иди сюда. Давай, 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 давай. Да, добрый день, добрый день. Да, облизывается. Ну ладно, беги по своим делам. Так, ну вот я почти всю площадку всех обошел. Ага. Вот Серега еще. И все, ну больше нет. И у меня кончается, наверное, пленка. Серега, привет. А у тебя пленка там? Или ну не пленка, а память, естественно. Ага, все, затащу на кассету. Сейчас моя была просьба.